Паразитов, как вывести паразитов, как не дать им условий, чтобы они развивались и жили в дальнейшем в вашем организме. Смотрите, есть много разных способов. Средство номер один – это бальзам антипаразитарный. Он выполнен на масляной основе из 11 антипаразитарных трав. А в ранних видео я вам уже о них говорил, можете посмотреть. Далее. Антипаразитарная настойка. Антипаразитарная настойка – это настойка спиртовая, чага, пижма и лисички, грибы такие, выводит паразитов и отлично справляется с работой желудочно-кишечного тракта, с поджелудочной железой и выводит токсины и продукты распада, кстати, различного рода и радиацию с организма. Далее. Антипаразитарная тройчатка, пижма, полынь и гвоздика. Все три пакетика смешиваются, принимаются в сухом виде, запиваются водой. Пижмы 100 грамм, полыни 25 грамм, гвоздики 50 грамм. Все это перемалывается, пересеивается, принимается в сухом виде. То же самое, перемалывается кора осины, принимается в сухом виде. Далее, пижма, просто пижму по бусинке каждый день после еды можете принимать. Масло тыквы сыродавленное тоже можете принимать после еды.